Вот мы и дошли до финала Кубка России. Команды прошли долгий путь, уже подустали, конечно, но желание победить в них сильно. Что ж, давайте смотреть и, надеюсь, получать удовольствие от красивой игры. Сегодня «Зенит» встречается с «Уфой». Состав «Зенит». Тренеры часто объясняют, что вот это вот цифровое отображение схемы имеет исключительно формальный характер. И все вот эти пять полузащитников могут в одночасье стать нападающими. Смотрим состав «Уфы». 4-5-1 схема, но на самом деле это ничего не значит. Посмотрим, как будет действовать полузащита. Долгожданный финал Кубка России. Команды прошли долгий путь, немножко устали, конечно, но желание победить у них только стало сильнее. Что ж, давайте смотреть и, надеюсь, получать удовольствие от красивой игры. Игорь Смольник. Доменико Кришетто. Начать штрафной. Карточка прятается. Аксель Вицель. Относительно легкий мяч для вратаря. От углового флажка «Зенит» ведет мяч в игру. Если нет других вариантов, выбивал. Игорь Смольник. Дани. Здорово отобрал мяч у соперника, так что тот даже, по-моему, и не заметил. Какой удар! Ложатся они под мяч, лишь бы не было гола. Александр Рязанцев. Николас Ломберц.
ищут они разные варианты для атаки. Доменико Кришет. Аксель Вицель. Может получиться интересная атака. Опасная передача. Дмитрий Стоцкий. Неплохой заброс вперед. Здорово. Выбрал позицию, прочитал передачу, совершил перехват. Доменико Кришет. Хави Гарсия. Удар! Удар? Не точно. Иван Паурьевич. Марсини. Здесь голкипер может абсолютно спокойно работать. Артем Цюба. Аксель Вицель. Харис Ханкич. Пол команды обыграл. Ничего себе! Мяч у вратаря. Можно начинать свою атаку. Александр Рязанцев. Аксель Вицель. На грани офсайда балансировал, но не удержался. Вне игры фиксирует арбитр. Паурьевич. Харис Камбич. Можно продолжать игру. Чисто сыграно. Хави Гарсия. Игорь Смольник. Попытка обострить игру. Вратарь выполнит удар от ворот. А вот сейф там повторяю. Великолепная игра вратаря. Мяч снова у «Зенита». Артем Цюб. Решил пробить. Отличный сейв вратаря. Это может быть опасно. Отличный прием. Так держать. Первый тайм завершается. Голов «Зенита» мы пока не увидели. Евгений Осипов. Харис Хамбич. Хорошо разобрался в ситуации защитник и перехватил эту передачу. Олег Шан. Навешивать пора. Забивать надо! Доменико Кришет. Олег Шат. Харис Камбич. Будет штрафной. Генич лет 20 назад с таких забивал. И это желтая карточка.
очень грубый подкат. Игры в мяче близко не было. Здесь, по-моему, все однозначно. Явная игра в ногу, а не в мяч. В футболе такое всегда карается штрафом. Он бьет, мимо бьет игрок. И посмотрите, посмотрите, как он переживает. Судья показывает, что мяч попал в руку. Дмитрий Стоцкий. Посмотрим за этой атакой. Иван Паулевич. Какая реакция, какой прыжок. Класс! Судья показывает на угол поля. Матч Кубка России и на табло после первого тайма ничья. И надо признать, Георгий, что по игре пока абсолютно логичный и закономерный результат первого тайма. Цель. Относительно легкий мяч для вратаря. От углового флажка «Зенит» ведет мяч в игру. Посмотрим за этой атакой. Иван Паулевич. Какая реакция, какой прыжок. Класс! Первая половина финала пролетела невероятно быстро. И вот команда уже выходит на поле после перерыва, чтобы продолжить борьбу за Кубок России. Ну что ж, посмотрим, успели ли команда отдохнуть за время перерыва. И надеемся, что вторая половина матча пройдет так же увлекательно, как первая. Опасно! Активнее выглядит эта команда. Пытается идти вперед, но не повезло Насимовичу. В первом тайме он был едва заметен. Мне кажется, что он сегодня играет очень неважно. Он малопродуктивен, и у него просто какой-то колоссальный процент брака. Игорь Смольник. Артем Тюба! Штанга! Карис Камжич. Марсини.
Часами тренировок наигрывается такая игра в пас. Блестяще. Положение вне игры. Артем Дзюба. Дальний. Это может быть опасно. Посмотрите, как здорово ходит у них мяч. Не подобраться. Харис Хангич. Иван Паурьевич. Аксель Вицель. Олег Шан. Эзекиэль Гарай. Аксель Вицель. Доменико Кришито. Артем Дзюба. Какая техника. Как он обращается с мячом. Вы только посмотрите. Дмитрий Стоцкий. Марсиньо. А вот и тактические перестановки. Да, тренер решил несколько освежить игру своей команды. Какой шанс! И он забивает! Посмотрим, насколько фаворит теперь разозлится, насколько он поменяет свою игру, потому что пока все не по его сценарию идет. Да, это из серии «Невозможное возможно». У нас впереди аутсайдеры, на них никто по большому счету не ставил. Лучше поздно, чем никогда. Счет в матче открыт. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Иван Паурьевич. Дмитрий Стоцкий. Готовится замена. На поле появится новый игрок. Защитник не дает развить атаку, перехватывает передачу. Харис Хангич. Сыграно жестко, но в рамках правил. Данни. Пас фланга. Откровенно плохой навес. Вратарь легко завладел мячом. Александр Рязанцев. Какой прекрасный пример отбора мяча. Харис Хамми. Николас Ломбец. Данни. Отличный прием. Так держать. Харис Хангич. Мяч у соперника. Эзекиэль Гарай. Олег Шан. Артем Дзюба. На месте голкипер. Все в порядке. Это угловой. Им позарез нужно забить, так что эта тактическая замена абсолютно оправдана.
спас он свою команду от больших неприятностей сейчас. Очередной угловой. Лишний повод повторить, вратарская площадка. Это дом голкипера. Александр Рязанцев. Защитник блокирует этот навес. И это угловой. Зенит может попытаться забить. Похоже, тренер готов произвести замену. Николас Ломбертс. Вратарь забирает этот мяч без особого труда. Да, там ничего сложного не было. Мячик от головы прилетел прямо в руки вратарю. 3 минуты остается сыграть до окончания дополнительного времени. Какой удар! Вот это спасение! Можно забивать с этого углового и спокойно проводить оставшиеся минуты. Результат игры будет ясен. Выбивает вратарь мяч подальше из штрафной. Чтобы получить мяч, надо за него побороться. Отличный навес. Зенит нарушает правила, по мнению арбитра. Быстро разыграли этот штрафной, практически без остановки. Мяч вынесен подальше. Ворот, опасность миновала. Матч окончен, окончен турнир. И теперь эти ребята смогут поднять кубок над головой. Им есть чем гордиться. Прекрасно играли, заслуженно победили. Кстати, у многих только что состоялся чуть ли не один из важнейших матчей в карьере. И, конечно, радость их передать просто невозможно. Поздравляем победившую команду. Финал закончен. Обладатель кубка определен. Они провели очень хороший, на мой взгляд, турнир, апогеем которого стал сегодняшний матч. Ребята отыграли просто на каком-то недостижимом уровне. Это победа всех в равной степени. И тренеров, и игроков, и всех, кто команде помогал и поддерживал. Что добавишь, Константин? Георгий, ну мы действительно стали свидетелями очень зрелищной игры. Было по-настоящему много хорошей футбольной борьбы. И мы поздравляем команду победителей с заслуженным трофеем. Команда была просто лучше настроена соперник. Присоединяемся к многочисленным поздравлениям. А проигравшим ребятам хочется пожелать не отчаиваться, работать дальше и работать усерднее. И обязательно все получится. Цель. Относительно легкий мяч для вратаря. От углового флажка «Зенит» ведет мяч в игру.
Посмотрим за этой атакой. Иван Паурьевич. Какая реакция, какой прыжок. Класс! Судья показывает на угол поля. Артем Дзюба. Штанга. Какой шанс. И он забивает. Артем Дзюба. На месте голкипер. Все в порядке. Какой удар. Вот это спасение. Можно забивать с этого углового и